В Екатеринбурге жарким воскресным вечером на Визе в девятиэтажке на Крауля 4 случилось вообще жарко. Невыносимо жарко в жилище на четвертом этаже. Там, как нетрудно догадаться, случился пожар, который был омрачен вынужденным выпрыгиванием из окна 24-летнего хозяина квартиры. По счастью, при падении с 10-метровой высоты он не убился насовсем, но, конечно, поломал кости и отъехал в лечебницу. Почему он не смог покинуть полыхающее жилище через входную дверь, не совсем понятно, ибо горение началось в окрестностях балкона. Ну уж можно не сомневаться, что дверь, скорее всего, была отрезана огнем, и другого выхода, кроме окна, у аборигена этой квартиры не было. Иначе нафига прыгать с четвертого этажа? Портал Е1, правда, ссылаясь на свои медицинские источники, уверяет, что у парня в организме были обнаружены психоактивные вещества. Но насколько этому можно верить? Вопрос. По словам местных, перед воспалением вроде бы как прогремел сильный хлопок, и сразу же из окна четвертого этажа высунулись языки пламени, и весь подъезд заволокло едким дымом. По прибытию к месту вызова было выявлено, что открытым пламенем на четвертом этаже горит балкон. Были сформированы два знака ДЗС. Одно на тушение, одно на эвакуацию жителей с верхних и нижних этажей. Эвакуировано 45 человек, из них 8 дети. Есть не пострадавшие, это жители квартиры. Для того, чтобы проникнуть в эпицентр воспаления, спасателям МЧС пришлось выломать металлическую дверь. Ее выкорчевывали ломами вместе с кусками стены. Ну а дальше проще. В адрес затянули ствол и за полчаса провели и локализацию, и проливку, и разборку, и окончательную утушку. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Сложность заключалась в том, что квартира была закрыта, пришлось выламывать дверь. От огня и дыма никто из соседей не пострадал, а вот от воды... Понятно, что все нижележащие квартиры по отработанной огнеборческой схеме были подтоплены. Досталось ирригации и аптеке на первом этаже, расположенной ровно под сгоревшим балконом. После проветривания всех аборигенов отпустили по домам. Причина хлопка и последовавшего за ним пожара устанавливается. По мнению всезнающих соседей, семья в сгоревшем адресе проживает внешне приличная, тихая, спокойная, за громким распитием алкоголя незамеченная. Почему же вспыхнул балкон? Вот прям интрига.